В Дагестане сохраняется тенденция снижения количества тяжких и особо тяжких преступлений. Это 13% от общего числа. Преступность понизилась в целом до 18%. О результатах работы МВД с начала этого года рассказал министр внутренних дел по Дагестану Абдурашид Магомедов на встрече с профессорско-преподавательским составом ДГПУ. Сократилось на 11% и число разбойных нападений. Снизилась статистика грабежей, почти в два раза меньше преступлений, где применялось огнестрельное оружие. Кроме того, не зарегистрировано ни одного террористического акта. Однако вызывает тревогу уровень преступности, связанный с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Мы чувствуем свою ответственность за безопасность наших граждан. Это наша ответственность, это наша обязанность обеспечить безопасность любому гражданину Республики Дагестан. Поэтому с учетом вот этой ситуации, конечно, мы в этом направлении будем работать день и ночь. Отмечу, Дагестан – один из самых безопасных регионов в стране. Такие данные приводит Федеральная служба госстатистики. В число 10 криминально безопасных субъектов вошли еще 4 субъекта Северокавказского федерального округа. Это Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Чеченская республика.